Санкт-Петербург по праву считают одним из самых романтичных и удивительных городов мира. Ведь красота вокруг рождает красоту внутри. Но не только архитектурой и историческими памятниками славен город. Здесь какое-то ощущение волшебства и мистики, едва уловимое в воздухе. И счастлив тот, кто это почувствует. Я предлагаю прогуляться с нами по городу и зарядиться этой самой волшебной атмосферой. Пожалуй, самое популярное место у туристов и одно из главных украшений Санкт-Петербурга – православный храм Спаса на Крови, возведенный в память о гибели Александра II. Собор построен на том месте, где произошло покушение. Бесспорно, это один из самых красивых и великолепных соборов не только города на Неве, но и всей России. Здесь всегда многолюдно и интересно. Значит, вот этому дубу. Почти 30. Да, красавец. Памятника Чижику. Чижику-пыжику. Значит, да. Сейчас вот я показываю, да. Ой. Вот надо на него. Не на него, а надо, чтобы монетка осталась на постаменте. Надо, чтобы монетка. А как она может? А как она может остаться на постаменте? Вот смотрите, видите, здесь куча пятачков, причем даже таких старых. Ну давай, Володя сейчас пытается кинуть. Мимо? В общем, чижики-пыжики – это были курсанты, потому что носили пыжиковую шапку. Поэтому чижик-пыжик где-то был на Фонтанке, вот купил. Это вот про них как раз. Thank you.
вообще не боятся. Как позирует, да? Летний сад был заложен в начале 18 века по велению Петра I. Он называется летним, потому что первоначально здесь высаживались только летние растения или летники. Уже позже сад стал регулярным, но название осталось. Главным украшением сада являются восхитительные скульптуры, работы известных итальянских мастеров. Первоначально их было более 100, но до нас дошло около 90 скульптур. Очаровательный Амур и Психея – одна из немногих сохранившихся оригинальных скульптур парка, приобретенная летним садом в Риме в 1719 году. Мифы о царевне Психее и Амуре рассказывают о стремлении человеческой души слиться с любовью. Мать героическую обезьян из мультфильма. Мать, которая бегает, которая ни секунды не сидит. Отца обезьяна я там не видел. Видимо, он не выдержал сразу куда-то слился в зоопарк. Попросил сменить в отдельную клетку от этого семейства безумного. Дина! Ну, пожалуйста, вот так. То есть, приготовьте. Ты готов. Вам подойдет. Начинаем. You are simple the best. Вы самые лучшие. О, как классно двигается. Впервые в России сады стали дополняться скульптурным декором, и эту моду ввел Петр I. Итальянский мрамор очень плохо переносит суровые русские зимы, и многие фигуры пострадали и были заменены на копии. Кстати, про фонтаны. В 18 веке в летнем саду было около 70 фонтанов, но они сильно пострадали во время наводнения 1777 года. Екатерина II приняла решение не восстанавливать их. Фонтаны, которые мы видим сегодня, воссоздали совсем недавно, в 2009 году. Впервые я столкнулась с экскурсией для детей. Как нельзя лучше она подходит для этого места. Знаменитый памятник дедушке Крылову, как ласково называют его в народе. С улыбкой доброю, с приветливостью взгляда, он точно старческой неспешностью речей рассказывает нам своих высоких кресел,
про нравы странные и глупости зверей, и все смеются в круг, и сам он тихо весел. Воды, Венеция, смотри. Красиво ярче, да. Да. Ну, вообще, придворная певческая капелла, между прочим, сейчас была когда-то. А сейчас театр, да. Капелла, точнее. И бутылку рому. Литературное кафе на пересечении Невского проспекта и реки Мойки – это очень известное заведение. В начале 19 века на этом месте была знаменитая кондитерская Вольфа и Беранже, в которую любили захаживать известные русские писатели, поэты и журналисты. На стенах висят таблички с напоминаниями о богемных посетителях. И невольно ощущаешь эту невероятную энергетику, представив, как русские аристократы отдыхали в этом салоне, наслаждаясь изысканной кухней и музыкальными вечерами. Мы сейчас в Санкт-Петербурге, в литературном кафе. Это такое знаменитое кафе, которое вам много-много интересного расскажет. Скажите, пожалуйста, здесь же правда Пушкин? И в первую очередь мы узнали историю, связанную с Александром Сергеевичем Пушкиным. Именно здесь он провел последний час перед роковой дуэлью. Он выпил домашнего лимонада и вместе со своим секундантом Данзасом отправился на Черную речку. Несколько дней спустя, после гибели поэта, в кондитерской из рук в руки переходили гневные стихи юного Лермонтова на смерть поэта. Потрясающе, спасибо вам за такую экскурсию. Спасибо, очень здорово. Это из сибирского муксуна и сёмги. Ой, какая прелесть, муксуна я люблю. Да, подается по-русски. С икрой. По-русски. Батюшки, тут и икра, и муксун. Да, здорово. Да, спасибо. А вот у меня вот этот вот какой-то странный рецепт оливье 1880-го. Оригинальный рецепт оливье 1880-го года. Анют, тебе не кажется, что немножко какой-то странный, не похож на оливье, да? Это именно, которое сам оливье. Володя, как тебе твоя икорка? Нет, ну как тебе вот твоя рыбка? Муксун хороший? Я сказал, что, судя по меню, подача по-русски сопровождалась бы рюмочкой водочки.
Ага, чтобы тебе еще цыгане сюда приехали. С медведем. Нет, все очень вкусно. Слушайте, ну оливье вот реально, вкус просто оливье, но он какой-то другой. Это что-то вот. Это реально был рябчик. Или лягушка. Пулярка маленькая. Что? Потому что было похоже. Ну, пулярка. Слушайте, а кто их у вас отстреливает-то? Вот сейчас пока сидит там. Я уже готова. Откройте, пожалуйста. Ну, правда. Да, можно, можно. Раз, два, три. Да, 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 да. Тарелка открывается. Так. Это у меня грудка, это у нее грудка. А у тебя борщ с пирожком. Короче, борщ с помпушками. Да. По-русски только. Угу. Да, интересно. Лен, задавай свой коронный вопрос. За что вы любите? За что вы любите Питер? А можно чуть-чуть приспустить? Одним словом, тут не описать. Одним словом не назвать, почему именно, потому что Питер, он многогранный, он в плане всего. Ну, я, к примеру, уже 12 лет. 12 лет в Питере. 12 лет в Питере, и с каждым днем я узнаю все новые и с новых ракурсов, которые, по сути, вроде как уже знаю. Но, проходя по одной и той же улице, с каждым днем что-то новое открываешь для Питер. За годы молодости, проведенные здесь, незабываемые, когда каждый день насыщен до предела. И в общем, ты здесь учился и молодость, в общем, 5 лет учился, прекрасных в Питере. 5 лет в молодости, да, несмотря на кедровые сапоги и прочее, и Петроградскую сторону, исхоженную вдоль поперек, и Черную речку, и много мест, которых с которыми у меня связаны не всегда, всегда положительные, но не всегда целомудренные воспоминания. Ну, вот это можно уже опустить. Да. Ладно, в общем, именно только за свои воспоминания, а вообще вот объективно, за что можно любить Питер? Это очень сложный вопрос. Очень красивый, уютный, камерный, я бы сказал, город. Здесь учились мои родители, здесь они поженились, здесь я был, правда сказать. Да, в общем, поэтому мы с тобой поженились. Ну, как бы это уже следствие. В общем, Питер – это… Питер, я всегда рад возвращаться. Thank you.
что это любимое блюдо Александра Сергеевича Пушкина. Я хочу сравнить, совпадают ли у нас вкусы с Александром Сергеевичем. Сейчас я его попробую и скажу, нравится ли мне. Ты расскажи, что за блюдо? Это яблочко в мороженом, запеченное с черносливом. Значит, в слоеном тесте. Я понимаю, что у нас вкусы с Александром Сергеевичем совпадают. Это просто божественно. Приготовься. Здравствуйте. У вас просто потрясающий ресторан. Скажите, пожалуйста, вот это вот блюдо, мне сказали, что это любимое блюдо Александра Сергеевича. Одно из десертов, да. Два любимых десертов. Смотрите, вот здесь сверху мороженое, да? Да. Там еще что-то такое, не можете мне сказать? В середине яблоко. Это яблоко запеченное, запеченное в тесте. А, это яблоко, да. Запеченное в тесте, а там где-то чернослив должен быть? Начиночка в середине, яблоко начинается черносливом. Вот, и потом запекается в слоеном тесте. И горячим, соответственно, кладем шарик ванильного мороженого и поливаем карамельный соус. А как вы узнали, что вот именно вот этот рецепт, вот именно вот это вот, вот этот десерт делал Александр Сергеевич? Сохранились какие-то записи? Конечно, это в истории. У них два исторических десерта, которые он любил, по идее, которые у нас представлены. Это яблоко запеченное и яблочный пирог. Какое блюдо? Топовое блюдо вы имеете? Топовое блюдо, да. Топ, может, там 3-5. Пожарская котлета. Пожарская, то, что ты сегодня ел. Демидовская, я Демидовскую ел. Демидовская, нет, она тоже популярна. Она тоже, ну вообще, как вот классика, это пожарская котлета. Так. Да, утка. Утки, обалденно, да. С картошечкой а-ля Пушкин. Да, тоже есть история, кстати, великолепная по поводу, почему это Пушкин называется, именно Пушкин. Это картофель обычный, жареный из вареного картофеля, который картофель сначала отваривается в мундире, а потом очищается и просто обжаривается на масле. Я не поняла, думаю, почему у него такой странный вкус, как будто картошка в мундире обжаренная. Да, да. Нет, есть легенда по этому поводу, что Пушкин пришел домой, хотел кушать, да, а из, собственно, ингредиентов была только вареная картошка в мундире. И он на быструю руку ее почистил, порезал и обжарил на растительном масле. Сам? Да. Да, да. Вот поэтому, собственно, такая легенда, она и его называется. Он делает именно таким, то есть не из чищенной вареной картошки, а именно мундире. Вы давно здесь работаете? Я здесь работаю уже 5-й год. Пятый. За что вы любите Петербург? Мы всех спрашиваем, за что вы любите Питер? Да. Вот просто хотя бы одно, что. И любите ли вы Питер? Не, ну я во-первых, я здесь родился. О, ну если вы родились, априори не можете. Да. Ну за что? Ну я понимаю, что здесь погода не в цех, а вот вообще. Наверное, за погоду. Что она переменчивая, не пускает. Любите? Да. Да, что выходишь из ресторана солнца, до метро доходишь, уже весь мокрый. Нет, спасибо, не надо. Люблю тебя, брат. Я тебя тоже. Эй, крепыш, куда спешишь? Здорово. Здорово. Как зовут тебя? Отлично, Владимир. Приятно познакомиться. Откуда приехали? Индия. Серьезно? Серьезно. Люто, молодец. Да. Не ожидал. Вот ты так вот. Индеец, да? Да. В следующий раз. Следующего раза не будет. Да? Пандемия, вторая волна.
пойдем фотографируем. Обязательно. Мы решили, что будет интересно посетить экскурсию по крышам. Это особая питерская экзотика. Зазывалы на Невском и реклама прямо на асфальте так настойчиво ангажируют, что мы невольно поддались рекламе. И посмотрите, что из этого вышло. Мнения у нас разделились. И если для Володи это было здорово, а он любит высоту и любит пощекотать себе нервы, то мне это больше показалось опасным, чем интересным. Судите сами. Где-то постоять-то можно? Да, смотрите, вот по всякой безопасности. Мы сейчас выходим, поднимаемся наверх. Под черным сюда, Лер. Под черным проводом сюда вниз. Забегая вперед, хочу сказать, что крыши бывают разные. Есть такие, куда водят большими группами, и там вроде хорошая страховка и нормальные бордюры по периметру. Наш вариант сильно отличался. Смотрите и судите сами. Можно, она сказала, можно. Слушай, подожди. Давай руку. Это я не знаю даже, как это сюда забирать. Коленкой. Да. Я думала, что это... Володя, а ты, между прочим, стоишь очень опасно. Давай, давай. Ну-ка, давай сядь. Вот, начинай. Ты меня очень сильно держишь, Володя. Стою и дальше я не пойду. Да. Можно. Вот, я вот здесь вот встала. Да. Рассказывайте. Ребята, мы сейчас в Питере. Более того, мы на питерской крыше. Это экскурсия по крышам. Я скажу это честно, это реально страшно. Поэтому, если вы соберетесь идти на экскурсию по крышам, пожалуйста, одевайте обувь, вот, чтобы у вас подошва была цепкая. Вот. И не дай бог пойти в какой-нибудь моросящий дождик. Нам повезло, что... Солнце. Что солнышко, но реально, подумайте 10 раз, в общем, надо быть немножко спортивным человеком и не переоценивайте свои силы, когда вы приходите в какие-то старые домики и вот так вот пытаетесь перелазить по крыше, потому что кое-где вообще нет бордюров, и ты можешь очень легко скатиться, поэтому в целом интересно, это такой экстрим, это такой... Володь, ты хочешь, будешь рекомендовать, конечно, ходить на крыше? Конечно, ты что? Но это experience в любом случае, once in a lifetime experience, поэтому
почему нет? Конечно. Ну, ты смелый. Да. Да. Любишь ты экстремал. Обожаю. Экстрим. Любишь ты экстрим. Я восхищаюсь тобой, что ты, у тебя хватило решимости и силы воли пойти за мной. Если бы я знала, что это так страшно, я бы сюда не поднялась ни за что. Я просто не знала, на что я иду. Я думала, мы поднимемся, и будет плоская крыша. А вот посмотрите, девушка, как вот стоит. Это же вот так вот ути, раз, и там, и никакого бордюра. А вы бы порекомендовали своим знакомым? А, да. Да? Например, дочь порекомендовала. Да? Прямо нравится? По крышам ходят, смотри. А, да, кстати, вот. Ну, поснимай, Володь. Вот там тоже руферы, да? Да. Но это, скорее всего, не руферы, это, скорее всего, экскурсия. Ты можешь приблизить, я приблизить не могу. Да. Я тебе могу дать камеру, и ты можешь прямо прекрасно поснимать. Лен, повтори желание. Я очень хочу посмотреть, как разводят мосты. Я никогда этого не видела, и это очень интересно. Я тоже. Давайте сегодня посмотрим, как мосты разводят. Давайте. Я с удовольствием. Развод мостов в Санкт-Петербурге – это такая же визитная карточка города, как Зимний дворец или Исаакиевский собор. И чтобы получить максимум впечатлений, мы взяли на прокат катер. Белые ночи уже закончились, было начало сентября, и мы наблюдали это великолепие под блики ночных огней. Дворцовый мост находится рядом с Зимним дворцом и соединяет Дворцовый проезд, Дворцовую и Адмиралтейскую набережную. Его разводят первым, и обычно это происходит в 1:10 ночи. Представьте, каждая разводная часть моста весит около 700 тонн. И это действо, я думаю, способно заворожить даже закостенелого циника. Второй мост, которым мы успели полюбоваться, это Троицкий мост. Разводят его в 1:20. Это один из старейших мостов Санкт-Петербурга. Построен он по проекту французских инженеров и архитекторов и соединяет Суворовскую площадь перед Марсовым полем и Троицкую площадь на Петроградской стороне. Троицкий мост – единственный в Петербурге мост, который разводится во время праздника выпускников «Алые паруса». С 2005 года через разводной пролет моста проходит парусник – главный символ праздника.
Ребят, за что вы любите Питер? За его красоту. За что ты любишь Питер? За его красоту, величие. Только за красоту? По воде можно так покататься, покайфовать. Вот это да. И разводные мосты посмотреть. Да, вот это мне особо нравится. Ну вот сейчас лучше. Нет, ну реально зрелище красивое очень, когда мосты разводят. В Питере, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Да, и обязательно приезжайте на разведение мостов вместе с нами. Мы вам покажем самые лучшие моменты этого города. Конечно, без нас вообще им никто не покажет. Конечно. Спасибо огромное. Счастливо. Пока-пока.